То ты обычно ждешь дроп? Не, ну дроп почему? Дроп не всегда ждешь. В нормальном ТВТ, наоборот, забегание. А так, да. Не очень у него билдосич. Уже готово, спасибочки. Оп. Давайте что-нибудь угарное поделаем. Настолько угарное, что у нас мейн закончится за минуту, например. Как вам такой мысль? Типа барак цеха. Барак цеха. Цеха. Yeah. Вот так. Зерги, параша, победа будет наша. Оле-оле-оле-оле-оле. Нормально закомментировалась эта фигнюха. Давайте минута. Смотрите, смотрите, делаем, короче, вот так вот. С цеху. Мы делаем еще одну цеху. Не, ладно, мы сделаем саплайчик. И орбиталку. Прокси-планетарка плохо против зергов работает, как и все остальное. То, что у них там крип, не дает строить, ничего нормально. Так, и отсюда мы сейчас начнем жестко выкачивать газ. Ультра-хардкор билды, да, пошла жара. Так, он очень интересуется, что же это может быть. Но мы ему, естественно, не покажем. Ему придется догадываться дальше. Так, отсюда мы делаем, короче, еще пару бараков. Инженерочки. Не-не-не, я придумал. Мы сейчас типа подкапливаемся, потом разлетаемся с цехами. И будет прям жесть. И распределяем всех рабочих. Вот это будет жестко. Смотрите, смотрите, смотрите. За сколько времени мы сделаем 51 раба? Это чтоб без газов лишних. Вот за сколько просто время? То есть, на принципе, на данный момент пока что два газа вот этих
Ну, не сказать, что очень надо. Правда, не сказать, что мы юнитов построили достаточно. Это в стенке пускай стоит и отдыхает. Так, все, больше рабочих нам не надо. Зерг, допустим, понервничал малеху. Две инженерочки. Мин. Собираемся в дабл-дропик. Ой, очень жаль моих мариков. Энергия буджок합니다. Уванг чивон дэйгэ. Бангмул дэчурун бульганигабнида. Янгу. Тусуккомбул. Так, и пошли мы на эту базу сразу. Ай-я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 й. Ой-ой-ой, какой фарш просто, блин. Ой-ой-ой, вот это билдовичи.
Ну, он прям терпит. Зерги терпивы, блин. Фух, 30 цехи до газа. О, 30 цешечки до газа. Смотрите, какую панику чувак развел. Просто паническая атака у него была. Он такой, блин, так, стоп, тиран без второй базы, как мне играть? Надо посмотреть, что у него. Черт, у него марики, наверное, меня чизят. И он такой, блин, чизят. Смотрите, смотрите, что надо делать. Надо делать три овера, беллингов и масса бак. Да? Почему масса бак? Плеточки, а то убьют. Но нет, не убьют, потому что мы макро-тираны. И у нас у Терана уже рабов больше, чем у Зерга. У Терана рабов больше, чем у Зерга на 5-й минуте. Просто 49-35. И все. И потом бах, на 5-й минуте выходим в базу. Типа, и Зергушонок, ты че? Оп-оп-оп. А у нас уже все ок. Дропщик сделал. Оп-оп-оп, а у него уже и рабов поменьше как-то так стало. Не, нормально еще у него, кстати. Оп-оп-оп, уже и эту заняли. И все, и на 8-й минуте просто давление с трех баз. Вот смотрите, мы сделали халявную экономику, и при этом наш соперник психовал, не знал, что происходит. А теперь мы просто с трех баз его вот ломаем продакшеном. Вообще супер стиль, потому что он дикий, он дичайший. Здесь у нас был разрыв шаблона небольшой и пачки мариков. Ну, это было жестко и больно. Все разлеталось просто вот вдрызг вообще. Просто трупаки повсюду. Но мы втащили, ребята, это было жестко.